глубоко людей и стать активистом. Спасибо. Как часто выпадает шанс стать не просто свидетелем масштабных проектов фонда форума, таких как «Стайл УС», фестиваля традиционной культуры «Асарлар Садосы» и многих других, но и быть их частью? В ЦМИ Киляджаковозе прошел очередной тренинг для начинающих волонтеров. Во время нашего тренинга мы рассказывали о наших проектах, о том, как каждый активист может себя реализовать, в каком направлении, какие может идеи подавать. У каждого есть возможность себя реализовать и показать. 25 ребят начали одно из главных приключений в жизни. Они вступили в ряды волонтеров. Немалую роль в различных мероприятиях играют именно добровольцы из числа студентов. Молодые люди, которые могут помочь в организации и осуществлении проектов, участвовать в качестве переводчиков, оказывать всевозможную помощь в реализации событий фонда. Когда к нам в колледж приходили, активисты из Киляджаковозе, я услышала, что тут бывают тренинги. Решила попробовать. Я заполняла анкету в интернете Киляджаковозе, но я не думала, что меня выберут. Лингва, я хочу изучать английский и французский язык. Основа тренинга – интерактивная подача, посредством которой прошла презентация, после чего молодые юноши и девушки по своим интересам определятся в один из проектов фонда форума и других партнерских организаций, таких как Общественный фонд Мехр-Нуре, Фонд поддержки социальных инициатив, Центр политических исследований, Республиканское общественное объединение «Женское собрание», Языковой центр «Киляджак Лингва» и многих других. Когда я сюда в первый раз пришла, в Киляджаковозе, меня попросили заполнить анкету. Выбрала лингва и искусство. Из-за того, что я изучаю языки уже год, углублено корейский. А искусство выбрала из-за того, что я рисую. Активистом Киляджаковозе может стать каждый. Главное – проявить желание и заполнить анкету.